Даниил Хармс, отец и дочь. Было у Наташи две конфеты. Потом она одну конфету съела, и осталась одна конфета. Наташа положила конфету перед собой на стол и заплакала. Вдруг смотрит, лежат перед ней на столе опять две конфеты. Наташа съела одну конфету и опять заплакала. Наташа плачет, а сама одним глазом на стол смотрит, не появилась ли вторая конфета. Но вторая конфета не появлялась. Наташа перестала плакать и начала петь. Пела, пела и вдруг умерла. Пришел Наташин папа, взял Наташу и отнес ее к управдому. «Вот», — говорит Наташин папа, — «засвидетельствуйте смерть». Управдом подул на печать и приложил ее к Наташиному лбу. «Спасибо», — сказал Наташин папа и понес Наташу на кладбище. А на кладбище был сторож Матвей, он всегда сидел у ворот и никого на кладбище не пускал. Так что покойников приходилось хоронить прямо на улице. Похоронил папа Наташу на улице, снял шапку, положил на то место, где зарыл Наташу, и пошел домой. Пришел домой, а Наташа уже дома сидит. Как так? Да очень просто, вылезла из-под земли и домой прибежал. Вот так штука. Папа так растерялся, что упал и умер. Позвала Наташу управдома и говорит: «Засвидетельствуйте смерть». Управдом подул на печать и приложил ее к листку бумаги, а потом на этом же листке написал: «Сим удостоверяется, что такой-то действительно умер». Наташа взяла бумажку и понесла ее на кладбище хоронить. А сторож Матвей говорит Наташе: «Ни за что не пущу». Наташа говорит: «Мне бы только эту бумажку похоронить». А сторож говорит: «Лучше и не проси». Зарыла Наташа бумажку на улице, положила на то место, где зарыла бумажку, свои носочки и пошла домой. Приходит домой, а папа уже дома сидит и сам с собой на маленьком бильярдике с металлическими шариками играет. Наташа удивилась, но ничего не сказала и пошла к себе в комнату расти. Росла, росла и через 4 года стала взрослой барышней. А Наташин папа состарился и согнулся. Но оба как вспомнят, что они друг друга за покойников приняли, так и повалятся на диван и смеются. Другой раз минут 20 смеются. А соседи, как услышат смех, так сразу одеваются и в кинематограф уходят. А один раз ушли, так больше и не вернулись. Кажется, под автомобиль попали.